Второе поражение на выезде потерпели хоккеисты «Амура», пропустив две безответных шайбы в Екатеринбурге от местного автомобилиста. На 28-й минуте хозяева реализовали большинство, а чуть позже Юху Мецелу переиграл Артем Гореев. В третьем периоде, когда игроки автомобилиста остались в меньшинстве на 4 минуты, у «Тигров» был шанс спасти матч. Но поразить ворота соперника они так и не смогли. В оценке действий своих подопечных главный тренер «Амура» Сергей Шепелев был категоричен. Начинать игру только в третьем периоде – непозволительная роскошь. Все в чистенькую хотят. Сейчас хоккей уже поменялся. И нет такого, может быть, если в чистенькую, то нужно иметь тогда огромное мастерство. А пока его нету, значит, нужно пахать. Выходишь на площадку, там 30-40 секунд своих должен там грызть лед. А иначе так и будут результаты 0-1, 1-0. А следующую игру «Тигры» проведут уже сегодня в Омске с местным «Авангардом». В предыдущей встрече мячи неожиданно оступились. В матче с новокузнецким «Металлургом» 1-4.